Приветствую! Если человек не обновил данные, могут ли ему ограничить право управлять транспортным средством? Ответ на этот вопрос очень неочевиден, потому что если мы откроем статью 27 закона Украины о мобилизации, то мы скажем «да, конечно, можно», потому что в этой статье именно так и написано. Но, на мой взгляд, ограничить право управлять транспортным средством за необновление данных – начиная с 17 июля 2024 года, категорически нельзя. И вот сейчас мы с этим и будем разбираться. И, друзья, я сейчас не только вам в видео объясню, почему я так думаю. Более того, я понимаю, что не у всех людей есть в такое тяжелое время деньги на оплату услуг адвоката, поэтому в своем телеграм-канале я размещу текстовое объяснение, почему нельзя ограничивать право управлять транспортным средством. И оно будет изложено сугубо формальным таким юридическим языком. Вы это можете скачать. И если так случится, что ТЦК захочет ограничить ваше право, то вы сможете этот текст использовать в суде. И когда вы пойдете в суд, вы можете это просто распечатать и подать за своей подписью как свою правовую позицию по этому вопросу. Ну а теперь во всем будем разбираться по порядку. Итак, есть у нас в законе о мобилизации статья 27. В статье 27, которая называется «Заходы вплыву», предусмотрен такой порядок, что если человек нарушает обязанности, которые предусмотрены в статье 22 закона Украины о мобилизации, то ТЦК и СП, во-первых, подает его в розыск. Ну, вот в этот так называемый административный розыск. Далее, если полиция сообщает, что они приняли меры и не смогли разыскать человека, письменно сообщает об этом в ТЦК, ТЦК после этого, надсылая человеку вымогу по почте, рекомендованным письмом с описью вложения, с уведомлением о вручении, и отсылает на тот адрес, по которому человек зарегистрирован. Если человек даже не получил эту вымогу, она считается врученной, и когда ТЦК получил обратно корешок о том, что человек не получил письмо, либо получил, но не выполнил эту вымогу, ТЦК получает право обратиться в суд с иском о том, чтобы суд запретил, временно ограничил право управлять транспортным средством. Вот такая схема. И, в принципе, вы скажете: Олег, стоп, ну так действительно, если в 27 статье так все написано, то почему же ты говоришь, что это не так? Друзья, сейчас подробно все объясню и покажу вам тонкости этого вопроса. Более чем уверен, что этого вы еще не видели. Итак, смотрим. Вот сейчас на экране вы видите эту статью. Всю мы ее читать не будем. Мы прочитаем с вами лишь первые две строчки. Итак, условием, когда начинает работать эта статья, есть следующее условие. У разе невиконання під час мобілізації громадянином обов'язків, передбачених частинами 1, 3 статті 22 цього закону. То есть, статья 27 начинает действовать только в том случае, если человек нарушил те обязанности, которые предусмотрены 1 и 3 частью статьи 22. А что там сказано по поводу обновления данных? Ну, напомню, что это только в третьей части идет, и вот мы ее сейчас смотрим. Мы, кстати, разбирали эту часть, и вы ее сейчас вспомните. В третьей части сказано вот это. Про інших військовозобов'язаних, які протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації зобов'язані оновити дані свої, да, уточнити дані. І ще раз, протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації. Но є же ж большое но. А это но заключається в следующем. Дана часть
статьи 23, данный абзац статьи 23, он же сейчас не работает. Мы же с вами прекрасно понимаем, да? Этот абзац будет работать тогда, когда появится указ президента о объявлении мобилизации. А мы с вами знаем, она была объявлена когда? Еще в 22-м году. Дальше шли указы о продлении сроков, но не об объявлении. И, соответственно, задействовать эту статью мы не можем. Почему? Да потому что сейчас мы обновляем данные не в силу предписаний статьи 23 закона, 22 закона Украины о мобилизации, а в силу переходных положений закона 36.33. Давайте его посмотрим. Вот этот закон, мы смотрим прикінцевіта перехідні положення, и здесь в пункте втором мы видим вот эту обязанность. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити свої облікові дані. То есть на сегодняшний день все из нас, кого касается этот закон, обновляют свои данные по переходным положениям закона 36.33, а не в силу 22 статьи закона Украины о мобилизации. Вы понимаете, в чем разница? То есть человек, который сейчас не обновил данные, он нарушает вот это требование закона, вот эту обязанность, которая предусмотрена переходными положениями, а не ту обязанность, которая предусмотрена 22 статьей закона о мобилизации. А давайте пойдем дальше. Почему это еще важно? Потому что есть у нас еще Кодекс административного судочинства. И там мы посмотрим сейчас подтверждение нашим мыслям. А в КАСУ есть статья 283.2, в которой указано, при каких условиях суд отказывает в удовлетворении иска ТЦК и СП. И вот мы сейчас их посмотрим. Вот здесь мы пролистали чуть-чуть, и вот эта статья. Суд відмовляє в задоволенні заявлених позивачем вимог у разі, якщо позивач не доведе. І що він должен довести, що він должен доказати? Пункт перший. Невиконання особою під час мобілізації обов'язків, передбачених частиною 3 статті 22 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ви розумієте? То есть в суде ТЦК и СП должен доказать невыполнение какой обязанности? Невыполнение обязанности по обновлению данных в течение 60 дней с момента оглашения указа о мобилизации. А это нонсенс. Мы понимаем, что вообще эта норма появилась после того, как указ оглашен был. И, конечно же, правильно, здесь нужно было еще дописать, что а також на виконання обов'язків, встановлених пунктом 2 перехідних положень закону України про 36-33, да, про внесення змін до деяких законодавчих актів, який раніше був законопроектом 10449. То есть, если бы это было здесь дописано, про вот этот закон 36.33, тогда дать к человеку могли бы применить такую норму. А вот так, как сейчас написано, просто не может суд принять соответствующее решение. Итак, что получается? В связи с тем, что на сегодняшний день действует обязанность обновить данные, которая предусмотрена переходными положениями закона 36.33, в связи с тем, что эту обязанность не внесли в закон Украины о мобилизации, а если быть точнее, в статью 22 этого закона, на сегодняшний день, если буквально толковать закон, то суд не может принять такое решение, как ограничение, временное ограничение права управлять транспортным средством за то, что человек не обновил данные. Не может. Ну вот вы видели, все однозначно же написано, на мой взгляд.
лежит, в принципе, это все на поверхности. И, друзья, еще раз напомню, я все это изложу в текстовом формате, скачайте его, сохраните, и если вдруг окажется, что к вам будут эту норму применять как раз в контексте не обновления данных, ну, если вы там забудете обновить данные, либо там сбой какой-то в резерве произойдет, и у вас не будет подтверждения, что вы обновили данные, используйте этот текст. И я надеюсь, очень надеюсь, что суды будут буквально толковать закон, а не использовать здесь аналогию и говорить, что да все равно ты должен выполнить эту обязанность. Да, никто не говорит, что обязанность человек должен выполнить, но применять такую меру к нему, как временное ограничение управлять транспортным засобом, нет, нельзя. Вот, ну, прям уверен я в этом. Понятно, то, что я говорю, не истина в последней инстанции, это мое мнение, да, моя правовая позиция, но я в этой ситуации предлагаю вам ее придерживаться и использовать в своих интересах. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал, ссылочка есть в описании к видео. И традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.